Ой, там что-то происходит. Ой, блядь! Бонни, тебя сюда не звали! Всем привет, ребята, с вами ККСП. Настало время для FNAF игр. Поиграем в игру, странная, фанная игра FNAF. Открытый код, погнали. Если вы не понимаете так же, как я, то я вас прекрасно понимаю, а то я ничего не понимаю. А что такое? Мангл, серьезно? А то должен быть Фокси. Куда он делся? Ой, там что-то происходит. Ой, блядь! Бонни, тебя сюда не звали! Ну ладно. Ой, Мангл выходит. Нет, только Тика. Ой! Забыл, что на Exit-то выходить нельзя. О, кайфуем. Кайфуем. Сегодня Стик... Ага, какой-то хрен там попёрся. Вали, Тика! Это я, Бонни! Я... Решил посмотреть в стену. Не смотря на меня, это не похоже. Ты смылась? Тика! Уэй! А, на него с фонариком надо, что-то я забыла совсем. Ага. Сейчас и в маске! Но тебя за фонариком не надо было светить или надо было светить? Свой скример? Вся будет жесткий скример. Вся будет очень страстный скример. Ой, мама! Фух. Тебя хай не было, не должно быть здесь. Ты чё, хай, блин? Хай-хай, кихую. Постучу я по... Хватит захайпиться. Хай-хай он здесь. Бонни, меня тут нет. Второе тело, это я, Бонни! Ты помнишь меня, друг? Вон, заставочка. Заставочка? Охрененная заставочка, стопроцентная красота. Ой. Тика, это я, Бонни! Помнишь, мы с тобой назрались в Новый год, а? Ты потому что заснул у меня на диване, я хотел тебя, но передумал, конечно же. Я твой старый тел, ты все. Мамочка. Ой, бля! А с Фредди я так и не знала, как с ним совладать. Дайте еще раз. Попробуем. Интересно. Опа-опа-опа. О, лицо меняет сказать, видите? Написано АТЭ. Латте. А я люблю латте. Вот надо было светить на него. Не знаю, что Фредди боится. Возможно, Фредди боится света, но это не точно. Вот, об этом я и говорю. Прикольный трексон. Блоба. Ой, Бонни спасал. А Тика сломанный только вообще. А сломанный Тика так вообще рисыла. Рисыла пройтись. Да здесь нет никого, ты чё? Бонни все смотрит на меня. Фредди все задумался над чем-то. Надо где-то свою гитару найти, нет? Я не понял, что сейчас произошло. Ну, надеюсь, я не хочу знать. Ой. Это я, Бонни! Ты че? Забыл меня, соль? Набухался, не помню ты сегодня. И кто из нас пьяница? Я или ты? Все, долго в маске находиться нельзя, и то я сдохну. Не знаю, как там... Радиацию туда стоит запустили. Как это... Это за я, Бонни! Ты что, забыл меня, сори? Наверное, понимать, что Бонни и Бонни это несовместимо. Да, Бонни? Бонни, это где? Ой!
Я наконец-то первый раз тебя увидела. Прибегай, тут он вот так вот тык-тык-тык-тык-тык-тык убежать. Скорее, это ветер. Да кто это? Эй, тика, кыс отсюда! Где отсюда? Занеси нам, уйди отсюда. Все, сваливай отсюда. А, все, один Бонни. Бонни, иди отсюда. Тебя никто сюда не звал. По-моему, там тут стоит. Вот я везу синие руки. А, я везу синие ноги. Вон они стоят. Да ты падла. Скотина еще раз. Бог любит троицу. Ну что, погнали. Опять меня поубил Бонни. Вот за ирония. Никакой иронии не вижу. Если вы над этим издеваетесь, я буду издеваться над вами. Можно как бы вас как-нибудь отлететь, а, пацаны? А то я буду постоянно смотреть на вас, а? Чтобы вам было стыдно. И вы не уходили. Куда подумали, когда я за это стерва перестанет на нас смотреть? Она не любит, когда на нее смотрят. Значит, я буду на нее смотреть по счастью. Ой, мама! Фух, да, ты надо спасаться с камерой. Опять не изменился. Могли бы хоть его изменить как-нибудь. Я смотрю на твою розу, так что не убегай никуда. Блин, показал, как эта роза сидит. Страстно еще как? Страстно, очень страстно. Ой, бляха. Там был призрак Бонни. Кому было страстно, мне было страстно. Свет. Это я, Бонни. Да, он боится света. Он не боится света, он боится света. Все, два, они должны быть сейчас более быть приблизонней. Они должны быть более активны. Разве у вас не так? К двум часам они ее отзывают. Сейчас после Тики пойдет Бонни. Че, вроде? Вроде все утопали. Не светись тут! Ой, мама! Меня пугал золотой Фредди. Блин, Бонни! Это за я, Бонни! Не помню с меня стали. Все, он нашел. И молодец. Я даже не посветила на нее, блин. Вы то услышите саги? Я тоже, но они есть. Если вас бесит стук мыски, то... Да мне пофигу, мне тоже бесит, а что делать? Я у мыски звук отключить не могу, к сожалению. Я занимал сэпник. Ой, мамочка! Он слишком быстро рулил, он слишком близко подошел. Ха, ну ладно. Да ты падла! Я достал до трех часов в ноте. Hellcat.